прибыли в Краснодар. Садимся на ласточку, гоним в Сочи. Иржан, вставай, салам алейкум. Доброе. Получил аккредитацию, вот так она выглядит. Хорошая аккредитация, качественная. Придется ходить на фильмы. Что сегодня планируется? Красная ковровая дорожка. На дорожку приглашаются фильмогруппы конкурса «Кинотавр. Короткий метр». Люди толкались, чтобы сфотографировать дядю Федора. Мужик... Дядю Федор — это который с Простоквашино? Нет, который из Art Pictures. Мужик толкнул женщину, она упала на ребенка. Нет, а вообще там, ну не знаю, там дорожка, как там все устроено? Если ты в костюме, ты идешь на красную дорожку. Если ты не в костюме, ты не идешь на красную дорожку. Судя по твоему костюму, ты не был на красной дорожке. Я не был на красной дорожке. Вот такой тебе кинотавр. Вот да, да. Переживаешь, Ян? Да, я переживаю. Тоже переживаешь? Да. Как и ты вчера. Приезжаю в Сочи, пишет Ирина Бондарович. Я говорю, не пи***, я в Сочи. Отдыхаю, пью пивко, мне оставили Ваньку одного переживать. У него сердечный приступ сегодня не случится во время показа. В общем, мы решили, не имея приглашений на церемонию, по-уральски зайти через черный ход. Киноведов, кинокритиков вручается фильму интервью Ивана Соснина за урок психологии. Спасибо большое, спасибо ребятам в нашей команде, которые сейчас здесь. Ура!